сейчас смотрим концовку. Guess I'll have to find a new place to live, huh? Такая вот у нас вышла неплохая концовочка, называется она «Спасение», вот, она самая лучшая, по моему мнению, и самая, конечно же, хорошая. Я надеюсь, мое прохождение Silent Hill 4 вам понравилось, увидимся в моем следующем прохождении, не знаю, какая это пока что будет игра, но все-таки. Спасибо всем за просмотр, не забывайте подписываться на мой канал в YouTube, youtube.com/brainfurs, также не забудьте зайти в мою группу ВКонтакте, там на главной страничке все написано, ссылочка в разделе веб-сайт, вот, ну и собственно всем удачи, спасибо за внимание и пока.